Вперед, шагом! Марш! Объединенный юноармейский отряд, состоящий из учеников двух самарских школ, устроил мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны Юлии Филипповны Кузнецовой. На фронт она ушла 5 мая 42 года и прошла всю войну. Служила в парашютной службе штурмового отряда. Мы начали. С Витебска. Наша часть прилетела в Витебск. С Витебска пошли, по сути дела, с Украины. Потом пошли по Прибалтике. Первый Прибалтийский фронт, а командующий был Баграмян. И потом уже в Восточные Пруссии уже нас перебросили на поступах уже к германской земле. Это уже взял нашу дивизию летную Рокоссовский. И здесь уже второй был Белорусский фронт, который дошел до Берлина. На протяжении нескольких лет Юлия Филипповна приходила на встречи к ученикам 46-й самарской школы, а в последние годы в знак благодарности они устраивают под ее окнами мини-парад. И вы знаете, очень важно, новое поколение, они видят живой пример того поколения. Люди прошли через такую трудную и тяжелую войну, но не потеряли, не пали духом, не потеряли свой озорной задор. И мы всегда говорим о том, всегда приходим к Юлии Филипповне и говорим, что мы равняемся на вас. Участники мини-парада из юноармейских отрядов в составе командного расчета пройдут во время парада памяти 7 ноября по площади Куйбышева. Андрей Бессонов, Виктория Шарая, Валерий Майоров. События.